Всем привет! Привет! Вы на канале «Белая ворона», меня зовут Алина. А меня зовут Алексей, канал «Лесной строитель». Алексей приехал к нам в город посмотреть на наши красоты. И вот мы решили с ним на столбы в первый день сходить. Сегодня столбы, завтра еще что-нибудь. Выпал снег, скалы все покрыты наледью. Думали, полезем на скалу, но нет, очень опасно. Нужна специальная обувь для того, чтобы лазить в такую погоду по скалам. Просто прогуляемся, скалы поснимаем, посмотрим красоту. На столбах сегодня такой витрина ледяной, пурга, пуржище, второй вон вообще не видно, его снегом просто заметает. Как будто в тумане, это такая снежная пурга. Так, что я сегодня наснимаю, я сама не знаю, потому что очень-очень холодно, ледяной ветер, у меня отмерзают руки и ноги тоже, и камера, естественно, тоже замерзает. Поэтому, наверное, фильм будет короткий, но я надеюсь, интересный. Рассказывает, как она эти страховки лезла. Это вышло случайно. У меня бывают такие моменты, когда я лезу по скале, не знаю, допустим, ход, куда-то залезу, а потом оказывается, что это был сложный какой-нибудь ход, трасса, и там без страховки, оказывается, не ходят. А я туда заперлась. Ну, так делать нельзя, естественно. Это случайно у меня выходит. Вот мы дошли до первого столба. Написано, высота столба 80 метров. Летом люди здесь на него поднимаются, да и я думаю, сейчас, наверное, поднимаются, да, некоторые? Да. Ну, со снаряжением только, естественно, определенно. Даже бы и я поднялась, но я не взяла трикони. Алексей не лазит, а его оставить же внизу не могу. Не, ну почему, можно было? Я бы посидел, чай попил, посмотрел бы, как ты лазишь. Ага, на таком ветру. Ну да. Холодно ждать, ты знаешь, сколько это времени занимает, чтобы на скалу залезть? Ну что, куда мы идем дальше? Скорее всего, сходим на второй. Там такой крутой будет подъем стяжной. И мы залезем на архиерейскую площадку посмотреть шикарнейший. Очень холодно, руки отмерзают. Вообще не знаю, как мы сейчас чай попьем. У меня еще и ноги вообще напрочь отмерзают. Я же мерзлячка. Я не стукаюсь обычно. Что-то есть, ничего не будет, что ли? Да нет, пока. Что с фигня? Я так не могу. Хочешь? Нет. Идем на второй столб. Вокруг такая красота. За городом очень-очень много снега. На столбах вообще вон все в снегу. Хочется так на скалу мне залезть. Я обычно на столбы никогда не хожу, чтобы просто вот так погулять. В основном хожу для того, чтобы по скалам полазить. Ну, а сегодня Алексея вожу. Показываю ему, какие у нас шикарные скалы в нашем городе. И чем тут люди увлекаются.
И вот сейчас решили на второй столб сходить. Зайдем там на архиерейскую площадку. Там очень-очень красивые виды. Правда, там высоко. Не знаю, как Алексей отреагирует на это. Но вроде согласился подняться. Очень-очень красиво. Все в таком белом пушистом снегу. Все скалы, все деревья, лес очень красивый. Оделся в белое. Не знаю, что я вам сегодня наснимаю. Холодно мне. Алексей гораздо больше снимает. У него будет, наверное, нормальный, хороший, качественный фильм. Вот, посмотрите у него на канале. У меня будет так. Слышно, как на втором столбе развивается флаг. Это столбисты недавно установили. Они каждый год меняют флаг. Иногда два раза в год. В основном в мае. И вот недавно в ноябре они поменяли. О, какая пурга, пуржища. Вот ход Леушинский, которым я люблю летом заходить на второй столб. Подошли к архиерейской площадке. Сейчас начнется подъем. Вон там люди лезут. Сейчас мы с Алексеем тоже пойдем. Красотища вообще. Я не могу прям налюбоваться. Очень красиво. Все ветки такие пушистые, все в снегу. Да и скалы тоже белые, красивые. Че, туда поднимемся тоже? Да, сейчас пойдем. Только я смотрю, там, ребят, ветром сейчас сдует, наверное. Там очень, да, ветрено, холодно, ветрина ледяной, сейчас нас там сдует. И подъем такой довольно скользкий, потому что камень в такое время года очень опасный. На чем ты остановился? Это батарейка села? А я, кстати, уже в капюшоне. Да? Ну и что? В такое время года на скалах образуется наледь, и снег ложится, прилипает к скале. И бывает иногда температура у нас скачет, то теплее, то холоднее становится. И за счет этого образуется наледь на скале. И в такое время очень-очень опасно лазить. Вот мы сейчас попробуем залезть, потому что здесь на архиерейскую площадку подход еще более-менее. Но на саму скалу, естественно, нереально залезть. Но отсюда тоже виды шикарные будут. Надеюсь, у нас все получится. Да, в такую погоду, конечно, съемку вести, это просто вообще почти нереально, но мы ведем. Да, все черным-черно, ветер ледяной, руки отмерзают, носы отмерзают. Просто жуть. Но при этом нам очень нравится ходить по столбам, смотреть скалы. В такую погоду тоже интересно иногда сходить, опыт какой-то получить. Слушай, меня удивляет, как там, смотри, на самой макушке дерево растет. Надо же так вот природа. С этой стороны есть ход на столб. Страшно его ходить. Он прям совсем на отвесной стене. Не зря называется сумасшедший.
думаю, а надо ли мне это? Ловкость рук и никакого мошенничества. Вот эта береза, она на скале. Поэтому кажется, что высота не такая уж. Не такая высокая. Высота не такая высокая. Не такая большая. Пойду точно. Вот и Алексей осмелел, а говорил, не пойду сюда. Ну, есть определенный страх, который надо перебарывать. Тут просто очень-очень высоко. Вот, я подошла к краю. Вот мы и спустились с архиерейской площадки, со второго столба. Просто там такая пружища, такой холод, такой ветер. Все черным-черно, а здесь как будто в другой мир попали. Здесь все белым-бело, красиво и светло, главное. Там темень такая, а тут светло. Прям снег... скользко. Снежная сказка вообще, блин. Мы сейчас пойдем снова мимо первого столба и будем проходить внучку, бабку и пойдем на деда. Лисьи следы совсем свежие. И куда-то туда она убежала. Лисы здесь явление нередкое. Здесь можно очень часто лису встретить. Но почему-то, когда я снимаю, мне она не попадается. Лису, глухаря, зайца. 4 вида дятла водится. Белка, бурундуки. Ну, бурундуки сейчас уже, наверное, спать легли. Наверное, легли, не видно их. Все, множество всяких разных птиц. Животных очень много на столбах водится. Но вот лиса и глухарь чаще всего встречаются, особенно в холодное время года. Еще соболь тоже. Дошли мы до внучки с бабкой. Вот эта маленькая, это внучка, а это бабка.
И с нами вот такая собака. Пёсель такой увязался. А? Собака? Ты откуда такой? Ты откуда такой ушастый красивый зверь? А? К людям нельзя на столбах приставать. Они сюда по делу приходят. Иди зайцев гоняй. Смотри какой. Ну дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Дай лапу кушака такой. Ах, ты еще кушаешься, да? Ты еще кушаешься? Да уже сейчас с тобой бороться буду тогда. И главное, мягко кусает. Не, куртку не порви. Куртку нельзя, нельзя. Красивый, да? Все, фу, фу, нельзя. Нельзя, нельзя, фу. Теперь точно не отстанет. Вот внучка поменьше, это ага. Бабка. А детка дальше, в другой стороне. А детка, дед, мы не дошли еще. Ага. Вот это щель, ручеек называется. Угу. Она всегда сырая, там все время течет, поэтому называется ручеек. Нельзя, фу, нельзя, нельзя. Все, друг, давай, иди. Все, довольно пошел. Котик мой бедный, весь в снегу. Весь заснеженный, мокрый будет. Снег такой липкий, мокрый. И кот весь промокнет. Бедолага. Мы у бабушки рядышком посидели, покушали, чаек попили. И сейчас уже подошли к деду. Тут вон альпинисты тренируются, а вернее даже спасатели. Молодых спасателей обучают по скалам лазить. Вон они лезут. Вот он, дедушка у нас. Вот отсюда ракурс хороший. Такой нос большой с горбинкой. Волосы, как у Кобзона. Мне лично напоминает Кобзона, не знаю. Я его не дедушка называю, а Кобзон. Если не учитывать, что внизу вот у него эта борода считается. Если ее не смотреть, что типа бороды как будто нет. Само вот это лицо и волосы мне напоминают Кобзона. Дедушка Кобзон. Ну вот видите, одни люди видят перед собой скалу, столб, да? Другие люди видят перед собой дедушку, а третьи люди видят Кобзона. Да, я Кобзона вижу, а кто-то обезьяну здесь видит. Говорит, что больше на обезьяну похоже. Ну, вот человеческое лицо я точно вижу, да. Но почему Кобзон? Нет. Ну, наверное, дедушка, дедушка какой-то, да. А мы сейчас пойдем вот сюда, вот сюда, вот сюда, и там выйдем на такую смотровую площадку. Плечо деда называется. Что, здесь подниматься, да, будем? Вот так. Обойдем. Ой, я столько, наверное, никогда не лазил в своей жизни. Не пойми куда. Еще и с камерой, с рюкзаком. Вот поэтому я на столбах и не снимаю себя. Когда я одна, я не могу себя снимать. Как я себя могу снимать? Да. Это очень опасно. Зимой вообще опасно. Летом-то опасно, зимой совсем. Ну да. Поднялись на плечо деда. Сегодня выходной день, народ на столбах. Много скалолазов, альпинистов и просто туристов с разных стран, городов. Виды здесь потрясающие, но нам нужно идти дальше. Куда мы теперь пойдем? Идем на перья. На перья и львиные ворота. На
перииды. Кстати, вот отсюда даже видно, вон они находятся. Вот, правильно, это они? Да. Ага. То есть вот, вот туда мы как раз сейчас и направимся. Кажется, что близко, но я думаю, там опять, да, придется вверх-вниз идти. Да нет, не, не слишком да. далеко для меня. Пойдем. Оползень. Вот еще один. Ой, милаха. Ой, ты маленький. Не могу. Это так мило. Подходим к перьям и львиным воротам. Тут народу. Вот львиные ворота. Там можно залезть, но мы не полезем. Во-первых, народ, во-вторых, сильно, слишком скользко, неохота рисковать. А вот это перья. Самая знаменитая скала на столбах. Что, посмотри, какие они высокие. А второй столб 90. Да, я знаю. Я запомнил эту информацию. Да, но второй столб, кажется, с одной стороны гораздо ниже, потому что 90 он с другой стороны. С которой мы с тобой шли стороны, он метров, наверное, 50-60. А видишь, кажутся такими высокими. А мне вот они, наоборот, кажутся невысокими. Идем на четвертый столб, вот такая дорога туда, просто сказочная. Все, четвертый столб будет у нас заключительный на сегодня. Сейчас его посетим, виды там снимем. И уже двинем в обратную сторону. Движемся к четвертому столбу. Название он какого-то особенного не имеет, как я понял, или нет? Что ты хочешь сказать? Там есть ход, называется Баламуты. Это как отдельно такая скалка, но это все вместе, это четвертый столб. А вот это отдельная скалка, это ход Баламуты. И сейчас мы вам снимем и Баламуты, и вид с четвертого столба на первый и второй столб. Угу. Я правильно понимаю, что придется лезть вон туда? Че, куда нам дальше? Сейчас лезть будем. Ну, я так и понял. Вот такая красота. Сейчас мы вон там будем лезть и выйдем к четвертому столбу. Не могу снимать, очень холодно, и руки замерзают, и камера садится. У Алексея уже 4 батарейки у GoPro разрядились. Кстати, все свои сегодняшние скалолазания мы практически не снимаем, потому что очень опасно. Лучше друг другу помочь где-то, ногу подержать, руку подать, чем заниматься съемкой на таких опасных скользких скалах. Поэтому практически, как мы лазим, мы не снимаем. Хотя вам бы, конечно, было бы очень интересно смотреть. Вот, например, мы сейчас вот здесь полезем. Очень-очень скользко. Наледь конкретная. Обувь у нас, не, естественно, не подходящая. Еще оборудование приходится так вот перекидывать постоянно. Да.
я сейчас залезу, варежки-то скользкие. Могу я не залезть. Скользкие варежки. Придется снять. Голыми руками тоже скользко. Слушай, Алексей, ты как залез-то? Интересно, ты же не скалолаз. За счет длинных рук. Я не могу залезть. Хотя я лазаю. Ой, руки мои бедные. Вот так приходится жертвовать. Потом полные варежки снега вытряхивать. Вот второй столб. Видно, свобода написано. Это балахуты, по которым я лезла. Есть у меня шортс на канале. Могу вставить подсказку, если получится. Да, заповедная зона. Туда можно только по пропуску ходить. Че, запишется, потому что ветер такой кошмарный. Я вот и стараюсь включать. Вот такой камень есть на четвертом столбе. Картошка называется. Похож на картошечку такую. Лежит наверху. Еще не каждый на него сможет забраться. Там дед виднеется. И картошечка тут висит. Мы уже, наверное, спустимся и в сторону дома снимать уже не будем. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!